Фицрой было ничуть не лучше Гамстона. Когда у людей закипает кровь, не так просто опять ее остудить. Это же мы устроили, да? Нашла деньги. Забирай. Можешь открыть этот замок? Нет проблем. Готово. Большой, и он горел. Надеюсь, ты не заразился пророческим даром. Давай! Сейчас. Пристрелите! Нас не заставят молчать! Он где-то прячется! Открой! Сейчас! Нашла деньги.
Лови! Можешь это открыть? Уже. Прошу. Эти двое, они, ну или она одна, придумали, как поднять город в воздух. На гигантских шарах? На квантовых частицах, висящих в пространстве времени. Они на гигантских шарах? Я читала, что несколько лет назад эти двое исчезли. Я же сказал, придут. Не сказал. Ну да, я говорил, что они придут. Но не сказал. Не говорил. Ты уверен? Такое чувство, что они не те, кем кажутся. Я мог бы сказать, что они придут? Нет. Эллипсис? Это не эллипсис. Риторику еще не изобрели. Должны были бы уже. Это уже какой-то плеоназм. Похоже, они хотят помочь. По-моему, они психи. Странно, да? Странно. То, что мы иногда... Говорим друг за друга? Именно. Это как раз логично. Хм. Как думаешь, как это у них получается? Дай мне сначала переварить квантовый город. Потом обсудим. Идем. Нас ждет дом Комстока. Семя пророков зайдет на трон. Он готовил, да? Комсток? Думаю, да. А зачем так? Может, ты не хотела на трон? И он придумал, как сделать тебя более... сговорчивой? И как же? Думаю, нам лучше не знать. Думали откупиться? Держи у себя. Любопытно. Если кто-нибудь меня слышит... Можешь это открыть? Какая ерунда. Наступили отчаянные времена. Все. И мне очень нужна помощь. Вы про меня не забыли?
А теперь снова музыка. Там кто-то есть! Пристрелите! Он где-то прячется! Защити жену и кров от бандитов и воров! Наш. Казнить всех, кто кажется подозрительным. Всех, у кого оружие, всех, кто носит очки. Остальных собрать. Мистер Камсток, когда встретимся в следующий раз, пеняй на себя. Сходил я в этот твой зал героев за лжепророком. Кстати, выяснилось, что Дэвид говорит на языке Сиу. Он помог мне перекинуться парой слов с этим пареньком-калекой. Послушал я про житье-бытье мальчишки и решил вот что. Можешь это открыть? Когда будем снимать с тебя шкуру, резать я доверю ему. Держи у себя. Вот, держи. Есть! Танцуй! Давай, выше коленки, дорогуша. Богатые девочки пляшут не хуже бедных. Кто посмел? Умрем, но не сдадимся! Я сожгу твою душу! Выходи и делись! Сжечь предателя! Никто не...
Нашла деньги. Лови. Благодарю. Ваши жизни наши! Нас не заставят молчать! Патриот! Вон там! За Дейзи! Давай! Ага! Открой! Сейчас! Ложный пастырь пойдет! Помни о Пинктоне! Лови патроны! Нужно? Есть. Да! Ложный пастырь пойдет! Я в укрытии! Помни о Пинктоне! Постараюсь найти еще! Нужно? Вот спасибо. Из этой заварушки тебе не выбраться! Не тяни резину! Я сожгу твою душу! Твоя плоть! Смотри, там отмычка.
Открой. Есть. Сейчас. Элизабет. Уже. Прошу. Не уйдешь! Я с ним разберусь. Черт от вас! Сапоги! Девчонка моя! Это дверь в одну сторону. Заглянем в книжную лавку, пока мы здесь. Нашла деньги. Лови. Пойдет. Заперто. Элизабет. Попробую. Все. Камсток не понимает, что наше изобретение показывает не пророчество, а вероятность. Однако, благодаря его финансированию, поле Лютэс сможет стать разрывом Лютэс, окном между мирами, окном, которое, наконец, соединит нас. Отступать!
Стреляйте! Сажу в тебя нож по рукоять! Он где-то прячется! Из этой заварушки тебе не выбраться! Пока народники тут буянили, этот подонок влез и увел мою девчонку. Держит ее в соленой устрице, как и остальные сокровища. У него там потайная каморка. Нужно просто нажать на кнопку под стойкой, и дверка откроется, но... Держи у себя. Благодарю. Умрем, но не сдадимся! Нашла деньги. Благодарю. Можешь это открыть? Какая ерунда. Открыла. Поле Лютес окутало мой атом волнами света. Звучит знакомо, братец? Это потому, что ты измерял тот же самый атом, только из соседнего мира. Мы сделали из Вселенной телеграф. Включаем и выключаем поле, как будто отстукиваем точку тире. Это невероятно медленный процесс, зато теперь мы можем перешептываться сквозь стену. Давай. Есть. Элизабет. Легкотня. Все. Down
атаку! Эй, сюда! Кого ты подстрелишь? Подержи у себя! Нажмите, чтобы выставить перед собой магнитный щит. Зажмите, чтобы поглотить урон. Отпустите, чтобы отразить его во врага. Зажмите и отпустите, чтобы создать взрывную ловушку. Что доктор прописал? Вы рисковали жизнью ради картинки? Вроде она работала в баре на Хьюстон-стрит. Всех ты знаешь. Брат, ты влился в новую реальность. Однако твое тело реагирует на когнитивный диссонанс помрачением сознания и кровоизлияниями. Но я с тобой, и я заштопаю тебя. В конце концов, нас с тобой разделяет одна единственная хромосома. Тяни резину!
сможем. Можешь открыть? Двойной циферблат? Это просто. Я читала, что дураки обычно держат шифр поблизости. Надеюсь, хозяин здесь дурак. Нашла деньги. Спасибо. Вроде оно. Ты так любишь всякие замки и шифры? Когда живешь в клетке, подобный интерес возникает сам собой. Пожалуй. Больше меня никто не заплет букву. Элизабет. Элизабет, ты... Пообещай. Я его остановлю. Нет. Эту клятву ты не сдержишь. Но обещай мне, если что, ты не дашь забрать меня назад. До этого не дойдет. Ясно?